У нас появились абсолютные лидеры. Чулпан Хаматова, Роман Костомаров. Их результат 12 баллов. Превзойти невозможно. Можно только лишь повторить, что и попытаются сделать Лариса Вербицкая и Повелос Ванагас. Египетский танец в их исполнении. Выступление Ларисы и Повелоса завершает программу первого соревновательного дня. Напомню, что одна из пар, участвующих в нашем проекте, по его итогам получит приз зрительских симпатий. Правила голосования на ваших экранах. Мне кажется, что в полной мере Лариса и Повелос передали специфику, колорит египетского танца. Мне кажется, что судьи должны по достоинству оценить старания фигуристов и их тренера Александра Жулина. Такая молодец вообще. Вот такая вообще просто молодец.